Здравствуйте, дорогие читатели! Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году в Санкт-Петербурге. Тигр – хищное млекопитающее семейство кошачьих. Слово «тигр» переводится с греческого языка как «острый», «быстрый». Это самая опасная и очень сильная дикая кошка. Отмечаются случаи, когда тигр перетаскивал добытого буйвола весом почти в 1000 кг на расстояние 10 километров. Индусы считают это животное самым умным после слона. Во все времена писатели посвящали тиграм огромное количество книг. Городская детская библиотека имени Евгения Коковина подготовила для вас обзор книг «Тигриный свет литературе», куда входят наиболее известные произведения, адресованные как детям, так и взрослым. Герой книги Сергея Георгиева «Амурчик» или «Приключения тигренка», «Тигренок Амурчик», живет в тайге с мамой и папой. Скучать ему не приходится, ведь каждый его день полон приключений. Он знакомится с медведем Ермолаем Тимофеевичем, лисой Генриеттой, ежом Дорофеем и даже дирижером лягушачьего хора. А самое волнующее ждет его впереди. Как вы думаете, какое это приключение? Встреча с человеком. «Парящий тигр» Кейди Камилла. Правдивая, грустная история о том, как шестиклассник Лоб Хортон однажды нашел тигра, которого безжалостный хозяин спрятал в лесу в железной клетке. Тигр стал самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете он раскрыл ее. Сикстине, новенькой однокласснице и товарищу по несчастью. Однажды в волчьей стае появился человеческий детеныш, и волки приняли его в семью. Маугли, так назвали маленького человека, ждало множество приключений и битв. Даже в лесу среди диких животных Маугли нашел наставников и приятелей по играм. Со дня публикации рассказа прошло уже много-много лет, но интерес читателей к жизни человеческого детеныша в мире диких животных не ослабевает. «Жизнь Пи» – удивительная история индийского подростка и бенгальского тигра, дрейфующих на борту спасателя шлюпки в течение 9 месяцев под просторами Тихого океана. Книга мгновенно стала легендой и получила престижные премии. В 2012 году роман был экранизирован и получил 4 премии «Оскар». «Тигренок Васька» Ольги Перовской. Занимательная история о тигренке Ваське, в которой рассказывается о насыщенной событиями жизни четырех сестер, дочерей лесничего. Невероятная история, описанная в книге Софьи Прокофьевой «Приключения плюшевого тигра», произошла однажды рано утром. Любимая Сережина игрушка, плюшевый тигр, вдруг ожил, сделал несколько шагов, а потом запел песню. А дальше? Дальше начались те необыкновенные приключения, о которых вы прочитаете в этой книге. 17-летняя Келси из книги Колин Хоук «Проклятие тигра» представить себе не могла, что заурядная подработка в цирке обернется для нее опасным и волнующим путешествием, которое полностью перевернет ее жизнь. Отважится ли девушка погрузиться в захватывающий водоворот событий, где сплетены жестокое древнее проклятие, заколдованный принц, таинственный дар и чарующая Индия? Ответ вы узнаете, прочитав книгу. Вам случалось бывать в московском зоопарке? Вместе с книгой «Питомцы зоопарка» Веры Чаплиной вы сможете совершить путешествие в прошлое и побывать в зоопарке в довоенные годы,
познакомитесь с его обитателями и узнаете веселые, а порой и грустные истории из их жизни. Эта книга основана на реальных событиях, так как известная детская писательница Вера Чаплина долгое время работала в московском зоопарке и даже стала заместителем директора. Не оставила она своих питомцев в годы Великой Отечественной войны, вместе с ними пережив эвакуацию. Тигр – символ силы и мощи, доблести и справедливости. Поэтому писатели любят использовать его образ в своих произведениях. О других интересных книгах вы сможете узнать из рекомендательного списка литературы.